Андрюша, там Ромик хочет доказательства, он спрашивает, когда жрать. Ну, он спрашивает, когда жрать будем? В обед. Понял? Никаких хуёв, да? Да. Строго по расписанию, обед 12 часов. Так, все, понял. А то, потому что этот... Он... Завтрак когда? Завтрак когда? Завтрак был с 8 часов утра. Где? Пол восьмого утра вода, был. Вода, что ли? Вода? Чай, все, весь завтрак. Ну, теперь идем к Ромику. Идем к Ромику, который хотел жрать и ничего не получит. Так. Я сегодня ничего не ел. Вечером тоже. Пожрали в 10 часов, конечно, что по бомжу выкинули на мудё. Ничего не ел, это все, это вранье. Попил квасочек, подкрепился.